Как хорошо спится на мягкой кроватке. Так, сынок. Что? Вставай скорее. Что? Куда вставать? Я хочу спать. Ты почему вообще еще в кровати? Что? Тебе нужно готовиться к завтрашней церемонии. Нужно изучить правила этикета для приема гостей. Ну я еще 5 минуточек полежу. Но не забудь, что тебе еще сейчас нужно идти в школу. Подожди, а сколько сейчас времени? 5 утра, и ты уже опаздываешь. Давай скорее собирайся. Уроки и бегу начинаются в 8. А, ладно, как мне надоело быть принцем. Так, надо немножечко взять с собой. Что ты сказал? Я молчал, я ничего не говорил, все мне нравится так. Ладно. Так, сейчас бегом на утреннюю зарядку. Не-не-не, я никуда не пойду. Я, пожалуй, просто пойду в школу и все. Так, надо быстрее сюда сматываться. Принц должен поддерживать себя в хорошей форме, слышишь? Черт, видимо, придется надевать эту тяжеленную броню на себя. Так, вот это вот сюда, вот так вот. А может быть, сегодня без нее она реально очень тяжелая. Ну, красавец же, вылитый принц. А, ладно, я... Бегом на улицу. Ладно, ладно, побежал. Быть принцем на самом деле очень непросто, а самое главное, что у меня совсем нет друзей. Запомни, принцу не нужны друзья, все друзья могут стать врагами. Да, 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 я понял. И еще после школы тебе нужно будет нарвать васильков, вот этих лилий, потому что ты пойдешь к ведьме, которая будет учить тебя алхимии, понял? Как же это все сложно, да, да, я понял. Так, опа, нифига себе, здесь лежат мои любимые тортики. Отлично, сейчас я один кусочек съем. Завтрак после уроков. Что? Но как же... Ладно, хорошо, что я хотя бы плод Хоруса с собой взял. Пойду, что ли, в школу? Я хотя бы не опаздываю. Так, мне нужно идти туда. Сынок, и не смей меня опозорить там. Но вроде как не собирался. Здравствуйте, я пришел на урок. Здравствуй, Райм. Так, дети, ну-ка, бегом встали, давайте, давайте. Привет, Райм. Привет, ребят. Так, Марина, можно я с тобой сяду? Да, но ты же всегда сидел за первой партой. Ну, а почему бы... Да, Райм, вообще-то ты всегда сидишь за первой партой, чтобы быть самым умным. Ладно, тогда я сяду рядом с ежом. Так, еж, давай, иди на последнюю парту, а то отвлекать будешь еще королевского принца. Как же он мне надоел. Что? Ладно, так, ну что... Итак, я вчера проверял ваши контрольные. Так, и что же у меня... Сейчас вам раздам и покажу всем. Так, ну, Егрейзер, у тебя 3, молодец, в принципе. Райм, у тебя 5! Ни одной ошибки не было, и не написано ничего, но у тебя 5. Да, но я вчера же не пришел, я болел. Марина, 4, у тебя 5, и не парься с этим. Ну, ешь, у тебя 2 с минусом. Блин, учитель, почему у меня 3? Это несправедливо, почему все достается этому принцу, а нам ничего? Это несправедливо, вы понимаете? Ты чего голос на учителя поднимаешь? Сейчас пойдешь парты драить в соседнем кабинете. А нет, ты и пойдешь драить парты в соседнем кабинете. Бери, поднимайся на 2-й этаж. Так, знаете что, учитель, это действительно несправедливо. Мне надоели постоянные поблажки, это нечестно по отношению к другим. Так что этот самый Егрейзер, возвращайся сюда. Ну да, конечно, принц, да-да, пусть возвращается. Я все убрал, можете проверить. Ха, тьфу. Нет, ну здесь ты явно совершил ошибку. Надеваешь нагрудник и 10 тысяч кругов вокруг замка. Так, учитель, это действительно уже ни в какие ворота не лезет. Что, тебе что-то не нравится? Ну, хочешь, мы можем пораньше уроки отменить. Да, прямо сейчас, можешь идти домой. Кстати, Райм, у тебя там 1/4 выходит в журнале. Ну и что? Отлично. Ты не сердишься? Спасибо, спасибо, ну, спасибо! Все, ладно, я пошел. Так, ладно. Ребят, не хотите во что-нибудь поиграть? Ну, если ты так сильно хочешь, то, конечно, хотим. У меня, по-моему, чайник там остывает, поэтому, ладно, я пошел. Так, Ёж? А у меня там дела, мне там мама позвонила. Хорошо, а во что ты хочешь играть? Главное, чтобы мы пораньше закончили, а то у меня там еще свои дела есть. Да что с вами такое? Я вообще не понимаю, черт, ладно, я пошел домой. Так, ну что ж, наконец-таки я вернулся домой. Папа, я пришел, и у меня хорошие новости. У меня всего лишь 1/4. Что? Ты знаешь, что ты позоришь нашу семью? Почему? У тебя должны быть 1/5. Принц не может позволить себе получать хоть 1/4 или оценку ниже. Ты же не получил 3? Нет, вроде как нет. За это ты можешь укусить торт только 1 раз. Ладно. А еще у меня к тебе кое-какой вопрос. У меня совсем нет друзей. Все меня боятся. И это все потому, что я глупый принц.
Я не хочу им быть. Это все потому, что у тебя нет горшка с землей. Ты думаешь, дело в этом? Да нет, конечно. Дело в том, что у тебя и не должно быть друзей. Ты все делаешь правильно. Когда ты у меня был, друг, и знаешь, что случилось? Знаешь, что случилось? Что? Его не стало. Он меня предал. Это ужасно. Но я хочу хотя бы один раз испытать это чувство настоящей дружбы. Ты хочешь испытать это чувство предательства, которое будет сжигать тебя изнутри? В общем, чтобы у тебя не было таких мыслей, иди собирай лилии, как я тебя просил. Ладно, я пошел. Так каждый день куча работы. И опа! Я знаю то, что эти лилии растут где-то вон там вот. Так, а вот эти самые цветочки, которые мне нужны. Отлично. Раз, два, так, три, беру. Помогите кто-нибудь! Что? Что это было? Что? Кто-то давай, кричит? Черт! Эй, кто там? Ну-ка! Ну, кто-то, помогите! О, господи! Нет, да не пугайтесь, здесь стойте, крот! Я упал в яму, помогите! Говорящий крот, гигантский говорящий крот! Какой крот, я бобер! Будешь цветочек? О, спасибо! Прикольный, вкусный. А может, поможете все-таки? Как я? А ты не кусаешься? Да нет, да я что, на бешеного похож? Стою, видишь, на двух ногах, вроде нормально. Как ты туда вообще смог попасть? Ох, ну это долгая история. А, может быть, червячок? Вон он, червячочек, как раз понадобится. Нет, я упал, помогите! Ладно, окей. Ну что ж, давай знакомиться. Стоп, ты не знаешь, кто я? Нет, я вас впервые вижу, откуда я вас могу знать? Тут редко кто-то ходит. Ничего себе, отлично. Я живу здесь неподалеку, а ты где живешь? Я вот прям здесь, а странно, я не видел тебя здесь никогда. Да, я здесь не так часто бываю. Слушай, ты живешь прямо с тараканами? С тараканами? Это коровы, ты что, они мне приносят молоко иногда, иногда мясо. Нифига себе, вот это да, слушай. То есть получается, ты обычный крестьянин? Ну получается так, вы заходите, я же вам должен это поблагодарить. Благодарить вас, все дела. Так, чтобы тут найти... А, у меня закон... Спасибо вам большое, что спасли. Ладно. Подожди, у тебя совсем ничего нету? Ну да, это все, что у меня осталось после того, как мой отец ушел... На войну? За хлебом. А, я понял. Ну что ж, поскольку у тебя ничего нет, у меня, в принципе, тоже могу подарить тебе книгу. Все равно я уже ее прочитал. Книгу? А откуда вы такой щедрый взялись? Как вас зовут еще раз? Меня зовут... Я не... Бог? Это ты, Колобок? Я про тебя читал много раз. Слушай, не убегай от меня. Вот я знаю, ты там всех кинул, всех обманул. От меня не убегай. Мы с тобой подружимся. Мы с тобой столько всё сделаем. Хлеба вырастим. Ладно, да, я, в общем-то, пошел. У меня там еще дела. Слушай, мы с тобой обязательно еще встретимся. О, офигеть, книгу я могу продать за целых... Две монеты! О! Блин, офигеть! Я только что пообщался с самым обычным простым человеком, который не боялся меня и не убегал. Блин, я так рад! Так, главное, чтобы об этом никто не узнал. И главное, чтобы он не знал то, что я принц. Надо бежать скорее домой и относить цветы, потому что если я это не сделаю, то меня будут очень сильно ругать. Та-та-та-та-дам. Так, привет! Я принес то, что ты просил. Так, сын, мои агенты сказали, что ты был за стенами замка. Как ты можешь это объяснить? Ну, я собирал цветочки, а потом потом увидел бабочку и побежал за ней. Именно так и было. Да. Ты же понимаешь, что я все знаю? Что ты побежал за жучком? Откуда ты это знаешь? Мои агенты все знают. Ладно, тогда я пошел отдыхать, я очень устал. Всего одна лилия? Да, это все, что я смог найти. Да, мать бы не гордилась тобой. Давай, иди отсюда, с глаз моих долой. Ладно, черт ты, он ни о чем не узнал, это просто офигенно сейчас. Пойду отдохну, а завтра после школы опять зайду к моему новому другу. Наступило утро. Вот так вот я и проведу свое лето. Сын, какой-то ты слишком довольный, тебе же сейчас идти в школу, обычно. Ты не любишь это дело? Ты что, получил тройку и не хочешь говорить мне об этом? Нет, я просто действительно очень хочу побыстрее пойти в школу, потому что сегодня особенный день. День, когда я исправлю четверку, да. Хорошо. Молодец, сын. Давай быстрее беги в школу. Всё. И не забудь про тренировки. Да, я побежал. Обязательно не забуду. И не забывай, друзья,
Это предательство. Ладно, я понял. Пойду-ка я отсюда. Ту-ту-ту-ту-ту. Здравствуйте, здравствуйте, я пришел. Так, ну, Райм, ты опять на первую парту Нет, садись. Нет, я хочу сидеть опять... здесь. Ну, как тебе вздумается, я не буду тебе возражать. Слушайте, записываю, а можно четвертый... мне к вам подойти насчет четверки? В общем-то, дело в том, что я совсем не хочу... Здравствуйте, я сюда попал? Что? Так, главное, чтобы он меня не заметил. Так, как-то надо это самое. Я был в броне, теперь я без брони, так? Привет, я новенький. О, колобок! А, что? Привет! Я... Слушай, я до сих пор храню тот цветок, который ты мне скинул. Спасибо большое, я им поживился нормально сегодня. Что? Я новенький, вот я продал вчера книгу, рассказываю бизнес. Продал вчера книгу, получил две монеты. Купил себе вот такую вот, значит, стильную одежду. И вот пришел учиться. Вы не говорили ничего про новеньких? Да и ты не говорил, что он тебя знает. Ну да. Так, ну ты поскольку принц... Я, да, признаюсь то, что я очень плохо учусь. Мне надо трудиться усерднее, усерднее и усерднее. И поэтому я бы очень хотел, чтобы вы мне поставили пятерку по математике. Да, конечно, сейчас поставлю. А, так просто, да? О, так просто. Слушайте, учитель, а можно и мне заранее пятерку поставить? Я, может быть, отработаю. А ты чей сын? Я сын... За хлебом отец шел, не помню. Ага, то есть ты обычный крестьянин? Ну да, вот пришел только сейчас, снизу. Держи. Пятерка? Я не умею читать, что тут? Два! Господи! Ладно, слушай, Колобок, ты где сидишь? Я здесь и... Я с тобой сяду. Так, крестьянин не может сидеть с... может, я так хочу, он будет сидеть со мной. Новенький, как тебя зовут? Да у меня имя простецкое, знаешь, сельское, Влад. Почему ты его не боишься? Почему ты с ним дружишь? Так, это самое, почему мне должен бояться? Так, сиди на своем месте и все. И вообще, откуда у тебя вот эта фея? Ты что, знаешь магию? Я не ведьма, не надо меня сжигать. Что я хотел похвалить? А что все такие странные тут? Я потом тебе объясню. Так, почему Марина сбежала с уроков? Извините, это все из-за меня. А, ничего страшного, переживем, в принципе, чего. И как раз вот она уже вернулась. В общем, сегодня у нас будут основы алхимии. Сегодня вам надо было принести 15 лилий. Все же это сделали. Черт, я совсем забыл. А можно мы с Владом сейчас отойдем на 5 минут. Да, да, конечно, идите. Так. Нам срочно с тобой нужно нарвать целых 15 лилий. О, слушай, они довольно вкусные, кстати. Я знаю, где такие растут. Пойдем. Пойдем. Так, быстрее пойдем, а то начинается непогода. Мы пришли, подумаешь, нас не было всего лишь что 3,5 часа, но мы принесли все, что надо. Офигеть, урок до сих пор идет. Вот, держите, вот это за него и за меня. 64. Запишу все на Райма. Эй, это я старался, я принес вообще-то, вы меня извините. А зачем я ходил за ними? Не, ну это вообще беспредел. Райм, ты слышал? Говорит, тебе все. Что? Что? Да ничего страшного. Подумаешь, ударил так. Ладно, мы пойдем. Да ты понимаешь, что ты наделал? Ничего он не наделал. Так это самое. Главное, чтобы они ничего не узнали. Так. Слушай, что все на ушах стоят? Они за тебя, я не знаю, как за золотое яйцо просто борются. Ты кто такой вообще? Я же говорю, Колобок. Пойдем, значит, собственно говоря, там я тебе до дома проведу. Пойдем. А что, уже уроки закончились? Да, мы пропустили абсолютно все. Так, слушай, ну и где... А что происходит? Подожди! Я не знаю, кажется... Коровочки мои, ну на выход быстрее! А, тут горит все, я не пойду. Корова так, тут кажется... Мы все потушим сейчас так. Мы не потушим это, это сгорело. Выйди отсюда, ты сам сейчас еще сгоришь. Что же нам делать? Друга мне потерять не хватало. Так, друга, ты назвал меня другом? Неужели у меня действительно появился друг? Так, ну не брошу же я его прямо здесь. Знаешь что, пофиг на этот сарай. Я знаю, где тебя можно спрятать. У меня дома. У тебя дома? А где ты живешь? Я не думаю, что это лучше будет. Вон там. Вот здесь? Не-не-не-не-не, вон там. Вот на самой вершине. Стоп, ты живешь в замке? Да, все верно. А как? Тебя оттуда не выгнали? Подожди, ты на чердаке прячешься или что-то? Нет, глупый, я там живу, потому что на самом деле я принц. Что, ваше величество, простите за все? Нет, ты только попробуй вот это вот все говорить, я тебя сразу закопаю. Так, ты ничего не знаешь, просто пойдем. Пойдемте, господин. Так, слушай, я не хочу, чтобы ты относился ко мне как-то по-особенному. А как? Так мне голову с плеч тогда, если это увидят.
Так, просто пойдем. Вот примерно здесь я и живу. Слушай, тут так шикарно, я никогда не был в таких апартаментах. Иди сюда, давай. Так, пойдем быстрее за мной, иди сюда. Что, иду. Так. Сын? Прячься в мою кровать. Я за кроватью, все. Да, я здесь, привет. Ты где был? Я тебя целый день искал, на улице же шторм. Я учился в школе. От тебя пахнет бедностью. Что? И предательством. Что это значит? Нет, просто... Так, рассказывай по порядку, что произошло. Не смей мне врать. Да, дело в том, что я боролся с гигантским пальцем, как на этой картине. Что это за звуки были? Какие звуки? Не было никак. Ваше Величество, здравствуйте. Кто это? Это мой друг, да. Он живет, вернее, жил за стенами замка, и вот он сгорел, вернее, коровник. Друг? Да. Так, ты, быстро уходи отсюда, чтобы я тебя больше никогда здесь не видел. Хорошо, я не думаю, не увидел. Стой на месте. А ты будешь находиться здесь, пока я не посчитаю нужным, чтобы ты вышел сидеть. Ладно, нужно придумать, как отсюда можно выбраться. Придумать, как выбраться? Я слежу за тобой. Не смей меня обманывать. Что это за... Его уже там нет! Я совсем забыл, что в этом замке куча потайных ходов. Бедный Влад, мне его так жалко, там сейчас холодно и вообще очень опасно, и у него нет дома. Как же мне ему помочь? Опа, а эта белая штука здесь намного вкуснее, чем у меня снизу. Как-то холодно и грустно. Вкусный плод Хоруса. Так. Райм, срочно! На нас напал дракон! Ты должен сидеть здесь и никуда не выходить обязательно, что? А то... Дракон? А то нам угрожает опасность. В смысле дракон? Нет, я должен тоже сражаться. Сейчас даем плод... О, отлично. Сын! Я где-то внизу, ладно, я побежал спасать Влада! А ну быстро вернись сюда, это приказ! Я сейчас горшок в тебя кину. Ай! Так, что это? О, господи, настоящий дракон, он действительно там все взрывает. Так, я должен... О боже, я должен его напугать. Эй, ты! Эй, иди сюда! Я пошутил! Господи, где я? О, нет, дракон! Так, нужно отсюда как-то сбежать, мне очень холодно. Так, а это что еще такое? Это окаменевшие жители. Надеюсь, ты не хочешь меня съесть? Ты чертов дракон, давай нападай, я таких, как ты, уже, я не знаю, переел сотню штук. Ах ты глупый дракон, думаешь, что моего друга напасть? Все, ладно, уходи отсюда, беги! Господи, зачем ты сюда пришел? Нас же теперь вдвоем съедят! Как это тебя спасать? Ты меня спас, и я тебя спасу. Пойдем отсюда скорее. Ты его только мой там плодец. Ой-ой-ой. Так, ребята, ну-ка, где этот дракон? А ну иди сюда, слышишь ты? Что? Ничего себе, это было сильно... Что я сказал? Быстро в замок! Ладно, но при одном условии, если ты разрешишь Владу со мной видеться, потому что он пришел меня спасти. А ты пришел его спасти? Ну, конечно же, он меня спас, и как же, той же монетой отплатить. Конечно, попытка была неудачная. Ха, попытка. Подожди, это все ты организовал? Ты что, дурной, что ли? У нас половины королевства нет, мне налоги сейчас будет нечем платить, точнее, мне не будут платить налоги. Короче, тебе в этот раз повезло, он хороший друг, я думаю. Да, я тоже так думаю. Надеюсь, он тебя не предаст. Ладно, Влад, побежали в замок. Пойдем. Ребята, на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был я, Райм. Всем удачи и всем пока-пока.